На омском велотреке прошел Кубок России по велоспорту. За медали чемпионата России боролись мужчины и женщины, а среди юниоров выявляли сильнейших в рамках первенства Омского региона. Соревновались Челябинская, Свердловская, Омская области, а также спортсмены из Республики Крым. Хороший трек, немножко висковатый. Я так думаю, что это из-за того, что новое полотно еще не обкатанное достаточно. Ну, так, по результатам хотелось бы лучше, но будем стараться. А мячи показали высокие результаты почти во всех видах соревновательной программы. Среди девушек в скретче быстрее всех оказалась Мария Иванцова. У юношей Никита Колганов. В спринте серебро выиграла Анастасия Стародубцева. В гонке преследования сильнее всех оказались Николай Денисов и Никита Киржайкин. Некоторые спортсмены уверены, что на результат повлияло несколько факторов, в их числе и условия соревнований. Воздух стал более разряженный, легче едется, позволило скорость развивать до 52 км в час. В середине сезона для нас это хорошо. Свое мастерство в очередной раз в категории спринт подтвердил Валентин Савицкий. Но и спортсмены из других городов не остались без наград. Трек, конечно, отличный, не ожидали, что будет такого уровня. Вот, накатистый, еще довольно-таки новый. То есть, трек очень понравился. Но что касается проведения соревнований, тоже все отлично. Приехали с отличным настроением с международной гонки в городе Майкопе, Республика Адыгея. За выигрышем, конечно же. Приехали, все удачненько сложилось. Все заезды выиграли. Отметим, что по итогам соревнования мячи завоевали 14 наград, из которых 4 золота, 6 серебряных и 4 бронзовые.